Ролики в приложении WhatsApp продолжают шокировать. Немало удивило казахстанцев и инициатива Геннадия Головкина. Что и где собирается строить именитый спортсмен, об этом корреспонденты Информбюро. Добрый вечер, в студии Аскар Медыбаев и моя коллега Аида Буранбай. Хайрлы кеш. И смотрите сегодня. Тревожные трассы. Больше 60 человек пришлось вызволять спасателям из снежного плена. Правда ли, что большинство – дети? Как складывается сейчас ситуация на дорогах? Метеорологи обещают метели, морозы, о чем предупреждают службы ЧС. Тупиковый процесс. Почему в Госдепартаменте США считают переговоры по Сирии неэффективными? Сколько раз Астана выступала в лице медиатора? Астанинский процесс действительно достиг тупика. Во сколько это обходится нашим налогоплательщикам? Не греет. Казахстанцы рискуют замерзнуть. Где продают некачественный уголь? Как зимовать с таким топливом? Этот уголь – это голимый мусор, песок. Насколько подорожал уголь и в каких регионах? Притон на перроне. Кто превратил привокзальную территорию в настоящий бордель? Правда ли, что девочками торгуют прямо на путях? Интим-услуги оказывают даже в киосках. Кто крышует продажу нелицензионного алкоголя? Бахром Абдуллаев выступил в качестве тайного покупателя. Сезон спасательных операций на казахстанских дорогах официально открыт. Только за прошедшие сутки специалисты ПЧС эвакуировали с трасс 67 человек из трех пассажирских автобусов и автомобиля. А в Карагандинской области в снежный занос попал автобус с 50 пассажирами, среди которых 27 дети. И судя по прогнозам синоптиков, это только начало. 30-градусный мороз, метели и туман прогнозируют метеорологи на предстоящие выходные и праздничные. Спасатели призывают водителей воздержаться от дальних поездок. Жители сельских районов ДЧС просят не покидать населенных пунктов. Повод для тревоги действительно есть, ведь на большей части страны ожидаются сильные заморозки. Холоднее всего будет в Восточно-Казахстанской области. Там отметка термометра снизится до минус 30. В центральных регионах метеорологи прогнозируют метели, туман и гололед, а в южных областях обильные осадки. А многие казахстанцы действительно рискуют замерзнуть даже в своих домах. Жители Павлодара пожаловались на некачественный уголь. Говорят, что приходится покупать сплошной песок. Толку от такого горючего нет. Плохо горит и тепла не дает. Это при том, что цена на топливо повысилась почти на треть. По данным аналитика, в первую очередь это касается Павлодара и Кокшетау. Оксана Квертия купила уголь и недовольна. Горит плохо. Приходится разжигать дрова и только потом уголь. А ведь цены на топливо и без того бешеные. Ну вот в этом году я взяла уголь в сентябре месяце. Майкуба орешек. 14 тысяч тонн. Плюс 2500 мы отдали за доставку. Вот у нас получилось около 45 тысяч. Но орешек – это не орешек. Когда вот ко мне приезжали знакомые, смотрели этот уголь, это голимый мусор, песок. Из-за качества многим приходится за зиму закупать топливо по несколько раз. Людмила Тимиргалеева опытным глазом окидывает товар на базе. В этот раз решила не экономить и купить самый дорогой. Мы майкубинский всегда брали, вот, а теперь хотим шербакунский купить. Хотя он и дороже, да? Дороже, но он, говорит, жар больше держит. Вот. Но получается, не угадаешь, да? Вот не угадаешь, все равно. Будем брать, но не угадаем. Качественный уголь или нет, на глаз определить сложно. В Павлодаре всего 4 торговые точки. В одной из них чиновники в ходе рейда нашли нарушение. Установлена одна точка стихийной торговли, где составлено 3 административных протокола правонарушителям. Кроме того, на одной из точек реализации угля установлена спекуляция, где под маркой угля Майкубе продавался уголь более низкого качества и стоимости гамма Сарыколь. С начала года цена на уголь чаще всего росла в Павлодаре и Кокшетау на 32,28%. Сначала стоимость повысили на угольных разрезах. Было 6,5 тысяч за тонну, стало 7,5. Плюс расходы за железнодорожную перевозку, надбавка реализатора. Регулировать цены власти права не имеют, но пытаются договариваться. Снизить стоимость каждой марки на 1 тысячу согласился пока только один предприниматель. В предыдущие года у нас был всегда популярен майкубинский уголь.
потом начал заходить Каража. На сегодняшний день один из самых лучших углей у нас в Павлодарской области считается, что Шубакульский уголь. Теперь здесь тонна местного майкубенского угля стоит 11 тысяч тенге, а шубаркольский из Караганды – 16 тысяч. Но ведь зима еще впереди, и цены на топливо растут не переставая. Самые высокие цены на сегодня в Актобе и Уральске. Властям приходится договариваться, заключать меморандумы. Однако такие меры действуют недолго. Алия Алмухамбетова, Арман Якубов, Информбюро, Павлодарская область. Больше 375 миллионов тенге взыскали чиновники с бывшего арендатора плотины в Кокпикты. Столько денег было затрачено из бюджета на строительство 49 аварийных домов, разрушенных наводнением в 2014 году. Наводнение вызвал прорыв дамбы. Погибли 5 человек. На момент трагедии арендатором водохранилища был предприниматель Владимир Крючков. Своей вины в случившемся он не признавал и считал, что ответственность должен нести законный владелец. Но в районном отделе строительства посчитали, что Крючков внес изменения в конструкцию, которые привели к прорыву. В суде оказались арендаторы и двое чиновников. Владимира Крючкова осудили на 2 года ограничения свободы. Остальных освободили от ответственности по истечению срока давности. Дальнейшие суды обязали Владимира Крючкова возместить весь ущерб, причиненный стихией. Предприниматель от комментариев отказался. Решение вступило в силу, пока Крючков не начал выплаты. Ввиду того, что уже приговор состоялся в отношении ответчика, поэтому в порядке статьи 917 они посчитали необходимым взыскать эту сумму материального ущерба. Это тупик. В Госдепартаменте США назвали переговоры по Сирии в Астане неэффективными. Отчасти с этим согласны и казахстанские политологи. Неужели Астана, как диалоговая площадка, себя исчерпала? И во сколько нам обходится проведение переговоров на таком уровне? Попробовал выяснить Нургали Карабаев. Едва завершился очередной раунд переговоров по Сирии, как в США заявили, что они привели к тупику. Резкая критика в адрес астанинского процесса связана с провалом формирования Конституционного комитета по Сирии. Стороны так и не смогли предоставить согласованный список делегатов. Впрочем, в начале года Госдепартамент США уже назвал эти встречи фарсом. Последняя встреча астанинской группы по Сирии не дала согласованного списка членов Сирийского Конституционного комитета и таким образом не смогла добиться прогресса. За 10 месяцев так называемая инициатива «Астана-Сочи» по Сирийскому конституционному комитету создала тупик. Мирные переговоры по Сирии в Астане начались в январе прошлого года. Всего их было порядка 10. Казахстану отведена роль диалоговой площадки. Но один из главных политических игроков в США не участвует, что делает эти раунды не совсем эффективными, о чем говорят и политологи. Мы видим то, что Америка сегодня важный участник в этом всем. Астанинский процесс действительно достиг тупика, потому что уже развитие такое. Либо они... Стороны, которые гарант астанинского процесса, либо они уже договорились и должны воевать друг с другом, либо же они должны перейти к какой-то новой части и создать какой-то союз общий, чтобы дальше действовать. Конечно, нельзя не отметить роль Астаны в налаживании мира в Сирии. Все-таки удалось договориться по зонам деэскалации, то есть прекращения огня, что позволило уменьшить число жертв мирного населения. Но стоит ли и дальше проводить их, если США не принимает в них активное участие? Таким образом, можно сказать, что переговоры в Астане в таком формате исчерпали себя. И проводить очередной 12-й раунд в феврале кажется бессмысленной тратой денег налогоплательщиков. А во сколько все это обходится бюджету, никто до сих пор не озвучил. Хотя народ имеет право. Нургали Карабаев, Данияр Жусупов, Информбюро, Алматы. Тем временем Киев ограничил въезд на Украину мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко. А пограничная служба закрыла въезд в Крым для всех иностранных граждан. На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола.
Уже с четверга административную границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины. Те иностранцы, которые на момент введения ограничений оказались в Крыму, могут беспрепятственно покинуть полуостров. Ограничения вводятся на время действия военного положения, как это было в 2014 году. Особое внимание при контроле уделено группе риска, говорят пограничники, и речь идет о гражданах России. Исключением для допуска в страну будут гуманитарные цели. В качестве примера пограничники назвали похороны. Избранный президент Грузии сделала несколько заявлений после победы. Она подчеркнула, что ее страна занимает проевропейскую позицию. Ее главной целью на посту будет вступление в ЕС и НАТО. Грузия движется к интеграции в Европу, в Европейский Союз, в НАТО. Я буду самым активным президентом в этом вопросе. Еще одна цель – сделать Грузию более заметной на карте мира, главным образом в культурной плоскости. Она считает, что Грузия должна выйти за рамки постсоветской ментальности, которая присутствовала в стране 25 лет независимости Грузии. Диалог с Россией, по мнению Зурабишвили, сейчас возможен только при поддержке европейских и американских партнеров. Еще она поделилась, что кампания избирательная на выборах была достаточно жесткой. Она также отметила, что нет никакого противоречия в том, чтобы в Грузии женщина была президентом. Кстати, Саломе Зурабишвили отказалась от резиденции, в которой жили и работали третий и четвертый президенты. Она собирается разместить свою администрацию в особняке на улице Атанели в центре Тбилиси, которую называют дворцом княжеской семьи Арбелиани. Фортебанк признан банком года в Казахстане по версии издания The Banker. Такая оценка финансовому институту присуждается уже второй год подряд. Но есть еще одна хорошая новость. Международное рейтинговое агентство S&P Global Rating сообщило о своем решении подтвердить рейтинг Фортебанк на уровне B. Прогноз позитивный. Фортебанк в числе лидеров. Второй год подряд финансовый институт одержал победу в номинации «Банк года» в Казахстане. Церемония награждения состоялась в Лондоне. Ее учредитель – журнал «The Banker», который входит в группу Financial Times. Ежегодное издание выбирает лучшие финансовые институты из более чем 140 стран мира. Отбор достаточно жесткий. Это критерии динамичного роста, разработки и внедрения инновационных банковских технологий, а также реализация стратегических проектов. Это большое награждение для Фортебанка, да, потому что это показывает признание Фортебанка как одного из лидирующих банков в стране, не только здесь, в Казахстане, но также и на международном рынке. По мнению экспертов The Banker, основными факторами, которые определили победу Фортебанк, стали несколько моментов. Во-первых, усиление рыночных позиций, во-вторых, это рост основных финансовых показателей. Немаловажным является и развитие новых направлений бизнеса, а также высокое качество обслуживания клиентов. Эти факты позволили и подтвердить рейтинг Фортебанк. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о своем решении подтвердить рейтинги Фортебанк на уровне B, прогноз позитивный. Это обозначает, что тоже рейтинг агентства Standard & Poor's, они видят хорошую перспективу роста и развития Фортебанка, да, они видят Фортебанк как стабильный банк, они видят как ликвидный банк. Это далеко не первые и не единственные признания финансового института. Фортебанк входит в пятерку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности. У банка на сегодняшний день 2 миллиона клиентов. И здесь не скрывают, что в планах держать достойный уровень и приумножать капитал. Наталья Раймбах, Итнур Алибай, Информбюро, Астана. Не железные дороги, а бордель. Жители Шымкента, чьи дома расположены поблизости с железнодорожным вокзалом, просят навести там порядок. По их словам, назойливые девушки совсем потеряли стыд и чуть ли не открыто принимают клиентов прямо в привокзальных киосках. Недовольны они и ежедневными конфликтами между путанами и их изрядно подвыпившими клиентами. Бахром Абдуллаев проверил достоверность информации, а для этого выступил в качестве клиента. То, что жители наснимали на свои мобильные, по телевидению показывать нельзя. С такой вопиющей откровенностью жителям привокзального района приходится сталкиваться довольно часто. Секс-работницы нередко оказывают услуги прямо в продуктовом магазине, никого не стесняясь и не боясь. Зато жители их вместе опасаются. Жрет айналасында, кыздар жрет сатылатын. Квартиры в этом районе сдаются посуточно и по часам. Продажные девицы, алкоголь продают и тут же распивают. Соседство такое, что врагу не пожелаешь.
То, что вокзал в Шымкенте по количеству проституток ничем не уступает району красных фонарей, известно уже давно. Видео с их драками можно без труда найти в сети. Секс-торговля здесь идет вполне открыто. Да, есть девочки здесь. Есть девочки, которые хорошо работают. Я сам могу вас повести к ним. Не поверив словам местных жителей, мы провели собственный эксперимент. Есть девочки? Девушка, два клиента за час. С квартирой 4000 тенге. А если будет два парня? Тогда 7000 тенге за один час. А водка есть? Да. Какая вам нужна? И это при том, что лицензия на продажу спиртного эти продавцы не имеют, поэтому торгуют горячительным из-под полы. В управлении земельных отношений сообщили, что из 14 данных земельных участков, арендованных под торговлю, у 7 уже истек срок договоров. Да, было принято постановление в свое время об изъятии земельных участков для государственных в связи с предполагаемой реконструкцией железнодорожного вокзала. Было в 2017 году, но по просьбе, по заявлению предпринимателей эти работы были приостановлены с той целью, чтобы при проекте модернизации железнодорожного вокзала были учтены и интересы малого и среднего бизнеса. И хотя порой кажется, что ни чиновники, ни полицейские сюда носу не кажут, в полиции заверили, что усиленно наводят в районе вокзала порядок. С начала текущего года правоохранители выявили 42 факта организации притонов и приставаний в общественных местах. 27 человек привлекли за распитие спиртных напитков, но спокойнее от этого совсем не стало. Бахром Абдуллаев, Виталий Заянтинов, Информбюро, Шымкент. Геннадий Головкин начал строить в Караганды спорткомплекс на собственные деньги. Об этом сообщил аким области Ерлан Кушанов на брифинге в Астане. Наш земляк Геннадий Головкин строит многофункциональный спортивный комплекс площадью 5500 квадратных метров. Профессиональному боксеру выделили землю в новом центре города на юго-востоке. Подрядчик уже залил фундамент. Известно, что в частном комплексе будет спортзал и фитнес. Объект строится полностью на личные средства чемпиона. Возможность госзаказа власти пока не обсуждают. Самый крупный выигрыш в истории лотереи Сатжылдыз. Житель Караганды сорвал куш и получил, внимание, 24 миллиона тенге. На что он потратит кругленькую сумму и как угадал нужную комбинацию цифр. Интересные подробности про новоиспеченного мультимиллионера знает наш корреспондент Ардах Камал. Избранника фортуны в Сатжылдыз не могли найти целых 5 дней. Известно было лишь, что удача подкараулила его в магазине «Алмаз» в Караганде. Счастливый билет был куплен в одном из микрорайонов, но победитель не объявлялся. Мы дали, получается, бегущую строку на карагандинском телевидении. Мы объявили это в новостях, то есть мы везде его искали. Потому что если бы он не объявился за выигрышем, получается, деньги бы просто ушли государству. То есть они не у нас даже остаются, они уходят государству. И, конечно же, лучше, когда выигрывают живые люди. Вот сегодня Дулат, так зовут новоиспеченного мультимиллионера, прибыл в офис Сатжылдыз в Алматы. Оказалось, что у него были проблемы со здоровьем. Средства Дулат перечислил на счет жены. Выигрыш 24 миллиона тенге ему принес билет Кена 6 из 49, который стоит всего 200 тенге. Дулат, поздравляем вас с победой. Удача рядом. Дулат рассказал, что играет в лотерею уже 40 лет. Выигрывает достаточно часто, но 24 миллиона тенге – самый крупный куш. О большой удаче он предпочитает не распространяться. Даже жене сказал не сразу. В розыгрыше вместе с ним за победу боролись 75 тысяч участников. Дулат угадал 5 чисел и бонусный шар. Главное, наверное, не гоняться за выигрышной комбинацией, а составить свои комбинации. Машину, я думаю, обновить. Ну, там проблемные места закрою. Сатжылдыз предлагает казахстанцам 3 тиражные лотереи. Лото 6 из 49, Кена и 3 семерки. За угаданные цифры вы сможете выиграть 10 или 20 миллионов тенге. Также есть моментальные игры. 3 алмаза, Жомарт 3 и 3 семерки. Максимальный выигрыш составляет 3 миллиона тенге. Чтобы поймать удачу, нужно лишь купить лотерейный билет в ближайшем магазине.
Продавец счастливого билета также получит приятный бонус в размере 1% от суммы выигрыша. Тиражи лотереи «Сатты-Жолдос» начали разыгрывать с сентября прошлого года. За это время победителям выплатили порядка 1 миллиарда тенге по всему Казахстану. Ардак Камал, Рината Булхаиров, Информбюро, Алматы. Более 100 социальных проектов представили молодые участники лагеря «Жастар Синергия Сен». А вот как их реализовать, ребят обучали бизнес-тренеры и коучи. Некоторые идеи в новом году будет воплощать акимат Астаны. Сегодня на базе отдыха «Близ Астаны» сертификаты об участии в лагере «Жастар Синергия С» получили 100 участников в возрасте от 14 до 29 лет. Их выбрали из тысячи претендентов, которые указали в своих заявках собственные проекты по 5 направлениям. За 3 дня они получили дельные советы от коучей и бизнес-тренеров. У нас были уроки по ораторскому искусству, были уроки по ведению соцсетей. Действительно, не было тренинга, которые не нужны в наше время. Все навыки, я думаю, мне пригодятся. Самые лучшие идеи войдут в план акимата на следующий год. У нас были спикеры, которые готовы поддержать в дальнейшем данные проекты, которых заинтересовали их проекты. Также, допустим, управление общественного развития по делам общественного развития, они на следующий год планируют включить план ежегодный, годовой план, еще 3 проекта. Помимо насыщенной учебной программы, в лагере были предусмотрены и развлечения, например, катание на таких хаски. Ребята сумели подружиться и научиться работать в команде, а это не менее важный навык, считают организаторы. Примечательно, что лагерь проводится и в зимний сезон, и на летних каникулах. Вся программа для молодежи абсолютно бесплатна. Зарина Беремкул, Дидар Елеев, Информбюро, Астана. А в Атырау открылся автомобильный мост, соединивший Европу и Азию. Его протяженность 8 километров. И благодаря новейшим технологиям он может выдержать нагрузку в 180 тонн. Его открытие стало большим событием. Открытие нового моста через Урал, соединившего Азию и Европу, жители Махамбетского района ждали долго. Одним из первых по нему проехались медики. Радости не скрывали. Теперь их путь к пациентам станет не только короче, но и безопаснее. Столько времени тратили на ожидание парома или лодки. Теперь можно за 10-15 минут доехать до тех, кто нас ждет. Нам этот мост очень нужен. Раньше переход Урала был большой проблемой, особенно когда река замерзала. Жители района называют мост настоящим подарком, который власти им преподнесли ко дню первого президента. Это долгожданное событие не только для жителей Атырауской области, но и для жителей других регионов. Оно стало возможным благодаря совместным усилиям акимата и строителей. Строительство моста началось в 2014 году. Стоимость проекта составила 9,5 миллиардов тенге. Он построен по новейшим технологиям, благодаря чему может выдержать нагрузку в 180 тонн. Так что попасть из Азии в Европу и обратно для автомобилистов теперь не проблема. Асим Караулова, Сантимир Каршагаулы, Ганиса Гендыков, Информбюро, Атырауская область.